Could you please tell me something about this extraordinary work? Эта картина называется «Летающий стул». Здесь мне хотелось показать хаос нашей жизни, когда хаос рождает что-то очень продуктивное и позитивное, потому mm-hmm. что именно от хаотических эмоций, которые сталкиваются между собой, рождается иногда такая тропинка, которая выводит нас к чему-то очень важному, к чему-то настоящему, потому что в мире, где много комфорта, где много красивых вещей, много всего, что иногда нас отдаляет, от глубинного, от какой-то такой сердцевины, mm-hmm. сердцевины. Мне кажется, вот сегодняшний мир, он очень похож, очень синхронно реагирует на эту работу. But why chair? Why a chair? Это повторяющийся элемент в моих работах, потому что это символ отца, который рано уходит, или которого ты... Практически, как только узнал, он тебя покидает в разных ситуациях. Это звучит по-разному, но именно это связано с отцов, отцовской силой, отцовской любовью, которая иногда... то есть это очень личный, как бы в моей жизни элемент, и он перетекает в разных работах и повторяется.